Вітаю всіх в ефірі 9 каналу. Щотижневий спортивний огляд про футбол та його автори ведучі Анатолій Шинкаренко. На календарі друга неділя заключного місяця весни поточного року, 10 травня. Вона, як увесь минулий тиждень, знову стали продовженням карантину, який наразі, як мінімум, триватиме до 22 травня. Хоча вже наразі вимальовується тенденція до його пом'якшення у багатьох країнах світу, серед яких і Україна. У другу неділю травня відзначають День матері. Свято вірності з покоління в покоління для кожного з нас. Мама – найголовніша людина для своїх дітей. Ми від усієї душі вітаємо дорогих наших мам з їхнім святом. Нехай світлом і добром відгукуються в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Дякуємо вам за все і будьте здоровими і живіть довго. Далі традиційно до справ футболу. Українська прем'єр-ліга 15 травня проведе онлайн-засідання, на якому будуть обговорюватися питання, як догравати чемпіонат України. Також буде розглянуте питання розширення української прем'єр-ліги з 12 до 14 клубів, яке має відбутися у наступному сезоні. А минулого тижня, 7 травня, у будинку футболу відбулася нарада за участі Української асоціації футболу, Української прем'єр-ліги та професійної футбольної ліги і футбольної профспілки. Її метою було обговорення медичного протоколу для клубів Української прем'єр-ліги і професійної футбольної ліги, перша і друга ліги, для відновлення тренувального процесу з 12 травня. Для офіційних матчів фаворит ліги Кубка України першої та другої ліг буде розроблений окремий протокол-документ, буде готуватися до відновлення змагань. У пресу просочилися текст і подробиці медичного протоколу Української прем'єр-ліги. Судячи з усього, правила є адаптацією аналогічного протоколу, прийнятого німецькою Бундеслігою. Організація поновлення тренувального процесу. Перше. Відповідальній особі провести роз'яснення серед усіх співробітників клубу про дотримання основних гігієнічних заходів. Гігієна рук, кашлю, чхання, дистанція користування дезінфікуючими засобами. Проінформувати, даруйте усіх співробітників клубу щодо визначення симптомів інфекції. Друге. Тривалість перебування в роздягальні перед тренуванням і після неї мають бути зведені до мінімуму, так само, як і тривалість та інтенсивність контактів з футболістами, тренерами і адміністраторами. Третє. Проводити вхідний контроль з використанням інфрачервоного термометра до тренувальної бази футболістів і співробітників, чия участь необхідна. Четверте. Тренування мають проходити у закритому режимі. П'яте. Усі футболісти, тренери та інші працівники клубу мають щодня проходити медичне обстеження перед початком роботи. Клубні лікарі мають приділяти особливу увагу об'єктивному обстеженню. У першу чергу це стосується вимірювання температури тіла перед кожним тренуванням для усього персоналу команди. Дані про щоденне вимірювання температури тіла повинні бути задокументовані. Шосте. Забезпечити наявність дезінфікуючих засобів для рук за можливості перед кожним приміщенням або всередині кожного приміщення. Сьоме. Проводити регулярне дезінфікування тренувального інвентаря, фішки, стійки, м'ячі і такого іншого, спиртовими розчинами з концентрацією не менше 60% на початку та в кінці тренувального дня. Восьме. Бажане використання особистого транспорту або, коли це неможливо, дотримання відстані між особами не менше 2 метрів та використання захисних медичних масок для обличчя. Дев'яте. Теоретичні заняття проводити тільки в досить великих приміщеннях для забезпечення площі у 10 квадратних метрів на одну особу. 10. Стежити за тим, щоб приміщення добре провітрювалися. 11. Не допускається загальний прийом їжі або спільне використання кухні. Їжу можна тільки брати з собою. 12. Забезпечити використання виключно персоналізованих пляшок для напоїв. 13. Використання приміщень загального користування роздягальні душові тільки невеликими групами з дотриманням дистанції 2 метри. При цьому має сенс розподіл осіб по кількох приміщеннях. 14. Закрити оздоровчі зони, особливо сауни. 15. Користування тренажерами тільки в захисних рукавичках, у масках для рота, постійно використовуючи дезінфікуючі засоби після заняття. Використовувати приміщення для заняття фітнесом тільки у невеликих групах при дотриманні мінімальної дистанції. 16. Медична служба працює в масках для рота, постійно дезінфікуючи руки у якості альтернативи, одноразові рукавички міняти після кожного контакту з футболістами. 17. Забезпечити просторове розділення масажистів з
з достатньою відстанню між кушетками при проведенні відповідних заходів, при необхідності обладнати інші приміщення, дезінфікувати кушетки та до та після використання спиртовими розчинами з концентрацією не менше 60%. 18. Двері в цілому тримати, по можливості відкритими, щоб не доводилося користуватися дверними ручками. 19. Медична діагностика проводиться в окремому приміщенні, яке не використовується для інших цілей, по можливості з окремим від інших функціональних приміщень входом. 20. Роз'яснити футболістам необхідність прати білизну і мити взуття самим або самостійно помістити у пральну машину для захисту адміністраторів, відповідальних за форму. Міжнародна федерація футболу ФІФА не заперечує, якщо національні футбольні федерації відмовляться від системи ВАР після відновлення сезону, повідомляє прес-служба ФІФА. Кожна федерація може припинити використання системи ВАР після відновлення сезону. Однак в чемпіонатах, де буде і надалі використовуватися система ВАР, всі аспекти правил гри, а також протоколу, залишаються в силі, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, більшість європейських чемпіонатів були призупинені через пандемію. Бельгія, Франція і Нідерланди вирішили взагалі не відновлювати сезон. Натомість Бундесліга готується рестартувати 16 травня. Іспанія та Італія очікують на схвалення уряду. Окрім цього, в Україні буде додатково розглянуто варіант з впровадженням 5 замін в іграх української прем'єр-ліги сезону 2019-2020 років, що залишилися зміни, запропоновані Міжнародною радою футбольних асоціацій і ФАБ, будуть розглянуті на засідання виконавчого комітету Української асоціації футболу. 8 травня рішенням ІФАБ офіційно дозволено проводити 5 замін у футбольних матчах. Ця правка буде діяти тимчасово, її можна застосовувати у турнірах, які планується завершити до 31 грудня 2020 року. Рішення про застосування правила 5 замін залишається за організатором турніру. В Іспанії вже вирішено, що команди Ла Ліги після відновлення сезону зможуть робити 5 замін за матч. При цьому заявка на гру буде розширена до 23 футболістів. Спортивний клуб «Дніпро-1» може подати документи в атестаційний комітет УЄФА для участі у Єврокубках вже наступного сезону 2020-2021 років. Терміни подачі документів змістилися через карантин, і наразі «Дніпро-1», якому у кінці червня виповнюється рівно 3 роки після вступу до професійної футбольної ліги, зможе претендувати на участь у Єврокубках. Нагадаємо, що на даний момент «Дніпро-1» посідає 7-е місце в чемпіонаті української прем'єр-ліги, і в разі, якщо чемпіонат буде дограний, клуб може взяти участь у перехідному турнірі за місце у Лізі Європи. Пандемія коронавірусу змусила відмовитися від продовження дитячо-юнацьких ліг в Україні. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Дитячо-юнацької футбольної ліги України, яке відбулося 5 травня. Дитячо-юнацькі футбольні змагання скасовані до 1 вересня 2020 року або пізніше, якщо будуть особливі вказівки Міністерства охорони здоров'я України та Української асоціації футболу. Поточні результати першостей визнані остаточними, а новий чемпіонат ДЮФЛ буде проведений у форматі Ліги 4 зони по 6 команд. Додамо, що Україна стала не першою країною, яка наважилася завершити змагання на рівні дитячо-юнацького футболу. Раніше це зробили Англія та Португалія. 12 березня 2020 року контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу завершив додатковий розгляд справи про заяву Комітету з етики та чесної гри Української асоціації футболу стосовно можливих порушень Кодексу етики та чесної гри професійним футбольним клубом «Суми». За результатами розгляду професійний футбольний клуб «Суми» позбавлено статусу професійного клубу та заборонено брати участь у змаганнях професійної футбольної ліги наступного сезону. Також даним рішенням Славу Козару та футболістам Єгору Луговому та Олегу Давидову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, адміністративну, спортивну та іншу довічно. Олександру Мартюку та Олександру Сівідову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, адміністративну, спортивну та інші, терміном на 5 років та на 5 років умовно з встановленням випробувального терміну у 2 роки, облік якого розпочинається після відбуття основної санкції. Сергію Золотницькому заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, адміністративну, спортивну та інші, терміном на 3 роки та на 2 роки умовно з встановленням випробувального терміну, у 2 роки облік якого розпочинається після відбуття основної санкції.
Футболістам Тарасу Дураю та Сергію Геращенкову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, адміністративну, спортивну та іншу, терміном на 3 роки. Футболістам Артему Штаньку та Дмитру Богачову заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, адміністративну, спортивну та іншу, терміном на 1 рік. Футболісту Миколі Вечурку заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, адміністративну, спортивну, терміном на 6 місяців, які він фактично відбув, та на 6 місяців умовно встановленням випробувального терміну, 2 роки, облік якого розпочинається після відбуття основної санкції. Футболістам Давиду Кохі, Артему Козлову, Іраклію Циколі, Владиславу Шараю, Ярославу Рафальському заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, адміністративну, спортивну та іншим строком на 1 рік умовно, із встановленням їм випробувального терміну у 2 роки. І сьогодні про це не тільки ми будемо говорити з традиційним для останнього часу гостем ранкової студії програми «Дніпро футбол» Олександром Володимировичем Сєвідовим. Доброго ранку, я радий вас бачити у нас в студії. Я звертаючись до наших телеглядачів, уболівальників, всіх, хто нас дивиться. Ми запросили Олександра Сєвідова, щоб з перших вуст почути те, що відбувається насправді. Ще раз попереджую, що наша програма, я особисто, ми не виступаємо у статусі адвокатів і не яким чином не захищаємо, як і не звинувачуємо нікого, хоча вже звинувачення на адресу Олександра Сєвідова великої кількості гравців прозвучали, навіть більше винесли покарання. Але сьогодні ми хотілося б почути із перших вуст, що ж відбувається насправді. Олександр Володимирович, зараз карантин, футбольних подій немає, така тупова новина стала, що Олександра Сєвідова, велику купу гравців, про яких ми говорили вище, когось довічно позбавили, когось на певні терміни. Вас відсторонили від тренерської діяльності на 5 років, і ще на 5 років умовно. Сталося це вже через рік після цього розгляду. От, будь ласка, з перших вуст хотілося ж почути, що відбувається насправді. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что я ни одного дня не работал в суммах, поэтому говорить о каких-либо там нарушениях закона даже гипотетически не приходится. Можно я вас... А як виник варіант з сумами? Давайте спочатку. Мені позвонив один із інвесторів Сум, з яким я познайомився дуже давно, кстати, на одну із ігор Донецького Шахтера на... В Донецке, да, на Донбасс-арене. Он позвонил и сказал, что вот я сейчас там занимаюсь суммами, но вот смотрите, есть все у команды, там деньги и форма, ну, как вы знаете, что такое для хорошего там тренировочного процесса, все, и стадион, и все, а команда не играет, команда проигрывает. Вы не можете посмотреть игру, две, и дать свою оценку, что ж на самом деле происходит. Чтобы долго не рассказывать, я съездил, посмотрел 2 игры и сказал, что ну, происходит бардак. То есть для того, чтобы команда играла, команда нужно заниматься, именно, я имею в виду спортивную часть. Он предложил мне стать тренером СУМ, я отказался. Отказался, он говорит, а если ваши помощники, потому что у вас достаточно большой опыт, вместе работаете, какие-то идеи, которые нравятся людям. Чему вы отмовились? Честно сказать, что я на тот момент, у меня были переговоры с другими клубами, из ближнего зарубежья, и я ждал конкретного предложения, но как бы не получилось. А сидеть дома, вы знаете, что для футбольного человека просто сидеть на диване, то, что журналисты придумали такое словосочетание, там, творческий отпуск, это абсолютно никакой не отпуск. Это такая каторга для человека, который всю жизнь в футболе, футболом не занимается. Поэтому я отказался, он спросил за помощников, я им дал телефон, говорю, звоните сами, я никого говорить не буду. Если ребята согласятся, пусть идут работают. Они переговорили и на... Давайте скажем, мова про Мартюка и Золотницкий. Да, Мартюк и Золотницкий. Да, Золотницкий возглавил команду, Мартюк занимался там тренировочным процессом. Сейчас вам, как человеку футбольному, это достаточно легко понять, да? А простому обывателю тяжело понять, вот как, допустим, что делал Фергюсон, да, или Маркевич. Там был Иванов, были люди, которые занимались тренировочным процессом, а за все отвечал там главный тренер. Вот так и был Золотницкий, был Мартюк. Они тренировали, отвечали за сумму. Я к этому процессу вообще никакого отношения не имею. Что входило в ваши функции? В мои функции входило просто приезжать и смотреть на футбол. Вот смотрите, я поехал в футбол на Сумы. В Сум я приехал, посмотрел Днепр. С Днепра я поехал в Запорожье посмотреть на Зарю. То есть человек, который не связан в данный момент с футболом, он просто ездит и смотрит, наслаждается игрой.
Никаких обязательств, я ще раз можу повторити, ні одного дня в Сумах я не працював. Ви не були офіційно оформлені, не отримували заробітну плату? Ніколи, ні зарплату, ні преміальну, нічого я не отримав в Сумах. Там працювали мої друзі, мої колеги, старі колеги, там працював мой кум. Александр Мартюк, а кум в украинском футболе, вы знаете, что это понятие практически святое. Поэтому я ехал и смотрел. Мне было интересно, как они будут без меня работать. Как это ж да, большая ответственность, согласитесь. Быть просто тренером и быть главным тренером. Это общение с прессой, это общение с президентом, общение с болельщиками. Поэтому мне было интересно. Я мог зайти и сказать, я уже говорил, это говно твоя команда, не играет она ни хрена. Но в тот момент, когда принял Мартюк и Золотницкий Сумы, они весной так выстрелили, что потом начали говорить, уже забегая вперед, скажу, по криминализируя любые игры, они сказали, Сумы зарабатывали на победах. То есть уже мало на поражениях зарабатывать, уже зарабатывали на победах. Поэтому я еще раз могу со всей ответственностью сказать. Я не работал в Сумах, никакой роли я там не играл. Я не занимался комплектацией команды, я не занимался выставлением состава, я не занимался заменами. Скажите, как я мог влиять на процес игры? Ну, скажите, коли от з матеріалів, які до цих пір рішення по вас не опубліковане, скажіть, ну, вам інкримінують те, що телефонні розмови ваші з Козаром прослуховувалися, і де Козар радився з вами, скільки кому дати, мається на увазі арбітрам. Наскільки відповідає дійсності? Дійсно, ні, не скільки кому дати, а на самом деле, да, я тут нічого скривати, це як би факт доказаний, і не буду я криві душою, я вам скажу, що да, обговорювали не тільки, ми обговорювали футболістів, ми обговорювали і судді обговорювали, і футболістів, які можуть допомогти нам, допустим, да, там продвижение футбола, или там он говорит, а как вы считаете, что вот может этот футболист нам в будущем помочь? Я считаю, что он вам помощник, а этот не помощник. Но это я высказал свое мнение. Что же делал он дальше с этой информацией, мне неизвестно. Поэтому, еще раз могу сказать, я не отрицаю то, что было на самом деле, но никакого криминала, как по мне, ну согласитесь, ну давайте я вам позвоню и скажу, вы знаете, уже безвыходная ситуация, коронавирус, денег нет, наверное, пойду ограблю банк. И тут какой-то банк ограбил, скажет, Севидов. Так это Севидов ограбил банк. Он по телефону сказал, да, Анатолий Борисович, вы слышали, он вам говорил. Говорил. О, так значит, Севидов виноват. Понимаете, любые слова, особенно в нашей стране. Вы знаете, наша страна, то, где все обсуждается на кухне, как говорится, да, за любой телефонный разговор можно посадить любого человека. Смотрите, я вот уже приводил пример. Вот выбрасываются телефонные разговоры в интернете. Там Игорь Валерьевич разговаривает, да. Там с Шуфричем, с кем угодно разговаривает, это можно инкриминировать. Ну, тут доходит до смешного. То, что вы сказали, смотрите, хронология. Было дело рассмотрения по суммам. Было вынесено решение. А, по-моему, 11 апреля, чтобы не обмануть вас, 11 апреля 2019 года, год назад, решение. Это решение можно обжаловать. Может обжаловать любая сторона. Как тот, которого обвиняют, так и тот, который обвиняет. То есть комитет этики, да, там ведомство баранки. Либо, и вот если я не подаю апелляцию, мое решение вступает, я не подаю, и комитет этики не обжалует решение КДК. Значит, решение КДК вступает в силу. Все очень просто. На самом деле, все очень просто. Вот сейчас не подай, вот смотрите, какая у нас страна, КДК, апелляция, КАС. Если я сейчас хоть на один день, допустим, да, срок просрочу подачи апелляции в КАС, они даже принимать это заявление не будут. Проходит год, есть решение, где не нашли доказательств вины Севидова. Проходит год, снова решение КДК, и опять появляется Севидов. А чому повернулася рівно через рік до цієї теми? Тому що апеляційний комітет, це безпрецедентне рішення для українського футболу, комітет вернув на додаткове розслідування. Додаткове розслідування тільки то, в рамках яких вже було проведено розслідування. Некоторые подменяют это понятие на новое расследование. Нет полномочий у апелляционного комитета возвращать на новое расследование. Нет полномочий у КДК возобновлять, либо отменять, ну и новое расследование проводить. То есть есть юридические правовые рамки, которые были нарушены много раз. Я не хочу сейчас забивать передачу и забивать вам голову тем, сколько раз нарушили
эти свои же законы, которые сами же писали, они и нарушают. Поэтому я хочу еще раз донести, чтобы меня услышали. Ну, во-первых, Севидова не обвиняют в участии либо в организации договорных матчей. Ну, согласитесь, если я обговариваю с кем-то там арбитров, да, или там говорят, что вот перед тем, как там Козырь встретился с Соловьяном, то знаменитый, да, ролик в Макдональдсе, он перед этим разговаривал с Севидовым. И что? Ну что? То есть я виноват. Ладно, как Слава Шевчук говорит, хорошо, окей, да, давайте по-другому подходить к этому вопросу. Там арбитры, давайте, вот вам, наверное, будет интересно. Смотрите, арбитр Соловьян на момент разговора с Козыром уже сотрудничал с полицией. На момент проведения матча Суммы Луцк 1-0, там, где он судил, он сотрудничал с полицией. То есть он априори не мог судить предвзято. То есть эта игра была чистая и по закону. Да? Это нормально, это все понимают. Но смотрите, что происходит. Получается, что Севидов за разговор с Козырем, Севидов обвиняют в участии в договорных матчах. Где же здесь договорной матч, если он судил честно? Если вы какие-то другие там статьи хотите взять, это другой вопрос. Но что, вы знаете, вот я пытаюсь донести, потому, а мне уже говорят, ты не оправдывайся, потому что люди будут думать, дыма без огня не бывает, почему Севидов? Я там задам другой вопрос. 35 клубов, со сведениями полиции, 40 обысков, больше 300 человек обвиняемых, подозреваемых, кого угодно. Все прошло, остался Севидов. Я вот задал вопрос одним ребятам. Вы боретесь с коррупцией или боретесь с Севидовым? Вы хотите победить тренера, опытного тренера? У вас так все хорошо в футболе, что давайте возьмем Севидова, казним его, и у нас футбол очистится, и будет все здорово. Ребят, нет, так не будет. Самое страшное, что вы знаете, где искать, знаете, но вы ищете не там. Я вам честно скажу, я не святой. И вы, зная, мы с вами сколько лет знакомы, вы, зная украинский футбол, можете подтвердить, что ну, в белых перчатках, как Семен Йосич говорил Альтман, на белой лошади по футболу проехаться не удастся по-украинскому. Я даже не знаю, кого здесь можно назвать святым, но не надо мне приписывать то, в чем я не виноват, в чем я не брал участие. Поэтому я еще раз говорю, Севидов не брал участие в договорных матчах. О том, что я знаю, или мы с вами можем догадываться, мы с вами можем сидеть на футболе и говорить друг другу, посмотри. Или вот там, вы помните, там Шахтер Аталанта, посмотри, что творят, ты посмотри, что делают, ты посмотри, что 0-2, 0-3, какая разница. Мы можем повернуться до матча львівських Карпат, да, так було в спалах, і так там же відверто говорили, що там однеси, принеси, там відеоматеріали були надані. Да, не, Анатолій Борисович, смотрите, там є признання футболістів. Там есть доказательства, там есть видеоматериалы. А то, что вы сейчас вы обвиняете человека, давайте я не буду адвокатом выступать кого-либо. Я сейчас говорю исключительно за себя. Вы обвиняете человека за телефонные разговоры. Все. Только за телефонные разговоры. Тогда я спрашиваю, ребята, где деньги? Знаете, тут как Высоцкий пел, помните, а где деньги, Зин? То есть, ну где деньги? То есть, если вы считаете, что это коррупция, то куда делись деньги? Очень много вопросов. Вот, знаете, да, мне даже неприлично. Вот, я был на одном заседании КДК. Вот смотрите, вы знаете, что там комитетом этики руководит Баранко. Ну вот, я не знаю, покажете, можете вырезать. Но я вам покажу. Вот как сидел Баранко, когда зашел Севидов на КДК с телефоном. Вот так. Вот так вот выглянул. И он так пролежал. Вы знаете, я с большим уважением отношусь ко всем футбольным органам, к юристам, которые сидят в КДК. Но я с большим уважением к ним отношусь, чем Баранко. Это неуважение к людям, которые живут в этой стране. Я, знаете, себе задаю вопрос. Сейчас там читали, да, в Греции Олимпиаку, что там разбирают. Как? И это все без Баранки? Как же Баранка? Баранка здесь работает. Как там могли что-то расследовать? Ну, знаете, это все, наверное, вот это все пошло от матча Мариуполь-Горняк. До речи. Я хочу вам напомнить, что матч Мариуполь-Горняк начинал расследовать... Горняк-спорт. Да, Горняк-спорт. Потому что Горняк Криворізький. Да, ни в коем случае. Я же еще и в Кривом Рогу играл. Я хочу напомнить, что матч расследовать начинал этот не Баранка. Был совсем другой комитет. И вот этими громкими заявлениями... А что было на самом деле в матче Горняк?
Вы знаете, вот я уже как-то объяснял, давайте я вам скажу. Смотрите, вот сейчас любой, вот было так, играют команды, мне звонят, вот один директор клуба говорит: Александр Владимирович, позвонили с ПФЛ и говорят, там ваш матч может быть договорным, смотрите. Директор говорит, что нам делать? Я говорю, так не выходите на игру, чтобы не состоялся этот матч. Знаете, что ПФЛ говорит? Наверняка вы с этим сталкиваетесь, вы это 100% знаете. Нет, вы выходите, но играйте осторожно. Мариуполь, Горняк. Ни одного звонка ни Севидову, ни руководителям клуба, ни Мариупольского, ни там из Горышни Плавни, да, не выговоришь сейчас, да, из Комсомольского на тот момент. Ни одного звонка предупредительного не было. 45 минут после матча уже все раскладки по этому матчу есть. Я не хочу никого оправдывать. Не хочу. Я не могу. Еще идет расследование. Поверьте, я... Ну, наверное, сейчас самое заинтересованное лицо, чтобы это расследование уже в конце концов закончилось, потому что, ну, на самом деле, ну, еще раз говорю, вы давайте, я же говорю, я не святой, но обвинять меня в том, что я не делал, лучше не надо, ребят. Скажіть, чи є вже рішення? Тому що до останнього часу ми читаємо те, що рішення буде опубліковане, направлене безпосередньо людям, які у цьому обвинувачуються, які мають понести покарання і мають 10 днів, щоб подати апеляцію. Чи є рішення? Ви маєте в виду по сумам, да? Рішення, там же два види рішення, да? Є результативна частина, яка прийшла, да, от там просто наказання. От, Первое, знаете, вот как, почему вот никто не помнит первого решения КДК? Да потому что там не было Севидова. Решение никому не интересно. Сейчас второе решение. А как сплыв Севидов? Я не знаю. Ну, смотрите. Ну, есть, может, вас кто-то замолвил? Ну, я вам со стопроцентной уверенностью, не уверенностью, а стопроцентная моя информация правдива, что некоторые члены КДК, члены операционного комитета предлагали футболистов, а скажи, что там был Севидов, и получи самое мягкое наказание. И сейчас неэтично называть фамилии, так я назову их позже. Когда, если они начнут вот так вот дальше, это беспредельные вот эти свои расследования, я назову их позже. Это есть, у меня есть запись, у меня есть аудиозаписи, где вот тут ребята говорят, что да, предлагали за Севидова смягчение наказания. Вот, смотрите, 5 дней есть на подачу. Хронология очень простая. Есть решение КДК. Есть 5 дней. Останнее. 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 Да, последнее. Да, вот, 12 марта принятое, 28 апреля полученное. Вот, 28 апреля. Есть 5 рапочих дней на подачу запроса на мотивационную часть. І смотрите логіка. Если ти не подаєш в течение 5 дней запрос, рішення вступає в силу. Если ти подав, от я подав. Понятное дело, что я подал там с оговорками, потому что я считаю, мой адвокат считает, что я незаконно привлечен к этому делу, но подали. Есть 10 дней у КДК, чтобы это решение направить. Но они могут направить через месяц, через полтора, через два, им все равно. Получили. Как только ты получаешь мотивационную часть, где все расписано, за что тебя наказали. Вот, ну, я вам уже сказал, что можно быть примерно. Вот все люди ждут, вот все уже сейчас затаили, всем интересно, за что Севидова могут наказать человека, который там к этому клубу не имеет никакого отношения. Но тем не менее, приходит мотивационная часть, есть 10 дней для того, чтобы подать апелляцию. Если ты не подаешь в течение дня апелляцию, решение снова таки вступает в силу. И вот здесь казус, я вам уже говорил, да, я не подавал апелляцию, оно вступило в силу или нет. Но почему же вы не понимаете очевидные вещи? Потому что апелляция не обсуждает там решение КДК. Апелляция рассматривает жалобу от какого-то субъекта или стороны дела на проведение этого расследования. Это ж все очевидно. Это как вот, знаете, как, ну, гражданские суды. Но есть правило. Нельзя, допустим, знаете, самое часто упоминаемое обвинение со стороны Кэчи – это комфортная уверенность. Вот у нас нет доказательств, но у нас есть комфортная уверенность, что там Иванов в чем-то участвовал или Иванов о чем-то знал. Ну, вот смотрите, там по Мариуполь, Горняк, Спорт, да, я вспомнил ваше уточнение, там в деле написано, Севидов знал,
потому что аноним сообщил, что ему сказали там футболисты. Подождите, ну смотрите, давайте тогда я вам один вопрос задам. Вы ж много знаете об украинском футболе? Дуже. И, то есть, то, что я знаю, это не означает, что это 100% так есть. Что-то мы слышали. Вот ваши коллеги, допустим, вот сейчас есть там ваш коллега в Киеве, который там ведет одну из самых непопулярных, на мой взгляд, передач, да? Он сейчас радуется, торжествует, это не скрывает. Севидова наказали, ура, все, шампанское пьют, салюты в Киеве, наказали Севидова. Но вот смотрите, ну нельзя, как по мне, да, я ж не журналист, но как по мне, есть должна быть какая-то этика, да, журналистика должна быть непредвзятой. Вот вы сказали слова, вы не адвокат, вы не обвинитель, вы просто сторона, которая хочет выслушать, что происходило. Не может журналист так радоваться, то, быть что судьей, вы... прокурором, адвокатом. Да, не может, как по мне, да, тем более журналист, которого за его лицемерие, за его двуличность, за лицемерную двуличность, я бы сказал, не уважает даже свои коллеги. Если ты такой правдоруб, если ты такой, вот знаете, за очищение украинского футбола, ну тогда расскажи в эфире, как ты относишься к Павелко, как ты относишься к Палкину, как ты относишься к Коломойскому, как ты относишься к Суркису, как ты относишься к донецкому Шахтеру, к Луческу. Расскажи, не говори это в кулуарах, не говори это людям, которые приходят и начинаешь ты поливать грязью всех. А в эфир выходишь и улыбаешься, и говоришь, что вот молодцы какие. Нет, ну я, ну логично я рассуждаю. Если ты за правду, то говори правду. Если я вот могу вам сказать, что я вам говорю правду. Если вы скажете, ну наверняка ж не всю. Не всю правду. А кто говорит всю правду? А готовы ли вы ко всей правде, что происходит на самом деле? Вы дольше меня в украинском футболе. Вы знаете больше меня об этой правде. Давайте я вам другой пример. За живое вас задену. Когда Рамос тренировал Днепр, вот скажите, сколько судей издевались над Днепром? Кто-нибудь поддержал Днепропетровский Днепр? Днепропетровский, да, не Днепр, Днепр, а Днепропетровский. Это приплыв у Коломойского, великий приплыв Коломойского, який має. Да. Скажите, хоть кто-нибудь поддержал тогда? Будемо говорити відверто, що глушили Дніпро, щоб не потрапив у Лігу Чемпіонів. Ну, пролізли там з труднощами, ну, пролізли в Лігу Чемпіонів, тоді невдало там виступили. Ну, але глушили там суддями. Є же ще і міста, да, які треба займати в чемпіонаті. Как бы я не сторонний, потому что я сейчас пришел там или в Днепросижинске живу, или я пришел к вам на передачу. И нет, это факт, я не придумал. Ну, ви согласитесь со мною. Но ніхто тоді не підтримав. Знаєте, це, як, знаєте, є таке вираще прислів'я. Як собаки Павлова. Всі все розуміють, да? А сказати ніхто нічого не може. Да? Там, всі приїжджають, там, ну, в кулуари ходять. Хлопці, ви сьогодні хочете, бігайте, не бігайте. Сьогодні вас уб'ють. Все. Але ж це ніхто ніколи не може довести, правильно? От, Анатолій Борисович, а от іменно вот это... Я обсуждал с Козыром по телефону. Он говорит, а что там судейство? Мне говорят, что если там это... Я говорю, да. Если вам захотят оторвать голову, вам оторвут. Но это реалии украинские. И в этом не виноват Павелко. Да? Павелко пришел, когда правила были уже установлены. В этом виновата система. Вы хотите ломать систему? Давайте ломайте. Я же говорю, вы хотите бороться с коррупцией? Давайте бороться, ребят. Но вы боретесь сейчас не с коррупцией, вы боретесь с Севидовым. Вам что, договорных матчей стало меньше? У вас что, стало меньше судейских скандалов? Да их, ну, каждый тур это скандал. И уже и с варом, и без вара, и уже что там варят, не варят, уже знаете, как в этом. Вы еще кипятите, тогда мы едем к вам. Сколько скандалов у нас в футболе. И вы заметьте, вот сколько у нас скандалов, и люди перестали говорить о футболе. Люди начали говорить о скандалах. Все, футбол настолько сейчас стал неинтересен, что все говорят только о скандалах. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы это все знаете, закончилось. Саша, я тебе переб'ю, вибачте, на ти. Ні-ні, давно... Знаєш, мені от те, що ми говорили про журналістів, про все інше. Ось дивися, сьогодні немає більшої теми, ну, з тобою зрозуміло, але сьогодні, ось дивись, тобі не виглядає дивним, і це ж знову ж таки мова про нашу журналістику, що на перших шпальтах з'являється Алієв. Він що, щось зробив для українського футболу, крім того, що, да, він був непоганим, гарним футболістом, яким подавав надію, можливо, він... Але він сьогодні там скотився, і чомусь він, знаєш, для нашого вітчизняного футболу стає таким, більше ні про що говорити, як Алієв на перших шпальтах. Але це, як кажуть, про між прочим. Так ні, це ж реалії.
Да, это реалии сейчас украинской журналистики. Вам не о чем больше писать, вы не можете взять интервью у тренера, вы берете там интервью. Ну, Александр Алиева я знаю лично, я знаю как его, как нормального мужика. Я не буду говорить, как по мне, вот что это происходит. Так это, знаете, это типичная реклама своего проекта. Он нормальный мужик. Я не берусь брать его там, знаете, многие пишут, отношения с женой, там, с детьми, то, что он пил, не пил. Это его жизнь. Знаете, я вот футболистам всегда в своей команде говорю, ребят, мы же не в исправительной колонии. Надо воспринимать каждого, какой он есть, с его недостатками, с его достоинствами. Но Саша нормальный мужик. То есть, знаете, вот в понимании мужика, вот мужик. Такой был мужик на моей памяти, вот, чтобы вам для сравнения, Сережа Закарлюк от «Царства небесного». Вот мужик, да, у него тоже были недостатки, но он мужик. Вот такой же Алиев. Но сейчас я с вами соглашусь, ну неужели больше не о чем писать? Да у вас команды сейчас, кто-то тренируется, кто-то не тренируется, но это сейчас стиль журналистики у нас такой. Вот смотрите. Журналисты, не зря называют, да, там прессу, раньше прессу, сейчас там интернет-журналистику, четвертой властью. Засобы массовой информации. Да, вы можете с грязью смешать любого. Вот то, что некоторые делают сейчас. И обелить даже виновного. Вот есть виновный, но есть люди, которые владеют там средствами массовой информации, люди, которые владеют деньгами, они могут обелить любого. Сейчас очень много говорится там за законно-незаконно приватбан забрали. А, похрен. Забрали и забрали, хорошо. У Коломойского. Главное, у Коломойского забрали. Суркисы сейчас выиграли дело у Приватбанка там, о возвращении там, 200 миллионов. А это беда для страны будет. Да какая разница, ребят? То есть, говорите то, что есть. Я же говорю, мы с вами уже, да, 5 раз об этом вспомнили. Вы же журналист. Вы говорите непредвзято. Вы просто доносите информацию. Да, вы можете свои мысли какие-то вырезать. Но вы не можете кого-то обвинять. Поэтому, а то, что касается нашей с вами, да, три четверти жизни этот футбол, вы сколько объездили, я же говорю, все разговоры, и это не значит, что мы можем все сейчас изнутри выплеснуть, да, то, что как Днепр судили, или там как судили Донецкий Металлург, или там как судили, ну, Шахтер, или как судили Динамо, или как судили Металлист, то есть, что я хочу сказать, есть вещи, которые, ну, лучше... Ну, не доставать. У каждого есть, я же говорю, у каждого есть скелеты в шкафу. Но если ты хочешь кого-то обвинить, у тебя есть доказательства, обвиняй. Я считаю, что меня обвиняют сейчас не безосновательно, незаконно. Но еще раз могу сказать, что я не святой. Я не хочу ничьей жалости. Вы, наверное, знаете, что у меня в жизни было несколько тяжелейших ударов, от которых люди вообще не оправляются некоторые. Но я выдержал, благодаря футболу, благодаря работе, я благодаря Олегу Артуровичу Макарчану. Вот он сейчас там в России, в тюрьме, да. И что теперь? И что я знаком с этим человеком? И что теперь? Что мне отказываться от его знакомства? Нет, он меня выручил. Когда у меня было горе в семье, он поддержал меня, он меня оставил в футболе, и я выкарабкался. Поэтому сейчас, ну, знаете... Оно ж в конце пути придется рассчитаться, как в песне поется. Поэтому я очень не хотел бы, чтобы наш футбол превращался и погрязал вот в этих в болото. Вот это грязи, дерьма, грязь, дерьмо. Везде много грязи, а в политике ее мало. Скажите, ну у вас уже есть досвід звернення в арбітражний суд у Лозанні, коли ви працювали в Говерлі? Якщо виникне питання на сьогодні, чи думаєте, не дай Бог дойде до цього, чи думаєте ви звертатися, якщо виникне така необхідність у вас? Ну, к счастью, у меня не было, я поправлю, это Говерла обращалась, потом отозвала. Да, я кажу, что... Доходило уже... до этого, да. Смотрите, тут самая большая проблема, что наши, что хорошо умеют наши такие вот эти вот органы, которые выносят решения, считать. Они хорошо считают деньги, которые надо заплатить в кассу. Это не бесплатно обращение, да, и это там... С вашей стороны, если будет, конечно, да? Если меня не устроит решение, конечно, я буду обращаться. И сколько там треба заплатить? Ну, смотрите, чтобы понимать, около 25 тысяч евро заплатили сейчас футболисты Олимпика, которые обращались в КАС, вот последнее обращение КАС украинское, да, это футболисты, молодые ребята Олимпика, которые поехали в КАС с пожизненным, вернулись с 2 годами, которая в ноябре уже закончится, и все считают, что это победа там Федерации футбола. Но я это не считаю. Вот они заплатили около 25 тысяч евро. Поэтому это очень недешево.
я уже несколько лет не работаю. Если кто-то думает, что... Так я... Вы живете на эти гроши? Конечно. И вот знаете, я один журналист спрашивает, мне позвонил, а на что вы живете? Раз вот вы не работаете, там, вы там не занимались там, договорными матчами. Я, ну вот сбережения, вот вы сейчас спросили, да? А мне жена, знаете, что говорит? А что ты стесняешься сказать? Что ты продал золотые часы, которые тебе подарили Олег Артушевич, мне, кстати, подарил в Донецкой Металлурге на день рождения. Вот он мне подарил золотые часы, я их продал для того, чтобы как-то вот протянуть это время. Стесняться, ну, бедность не порог. Ну, были когда-то хорошие времена, были неважные времена. Я не могу сказать, что, да, все наши, в нашей стране все живут здорово. Поэтому, ну, вот такое происходит. Да, тяжело на самом деле. Будет тяжело, может быть, знаете, может быть, кто-то действительно... Мешкаете в посреднем микрорайоне Дніпродзержинська, Кам'янського, да? Конечно. Ну, я, ну, сколько, я сейчас скажу, ну, лет 15, наверное, я уже живу на одном месте, там, ну, вы знаете Дніпродзержинськ, вы знаете, что такое, это там, где профилактория футболистов, где они жили, это Дніпрострой, так называемый микрорайон Дніпродзержинський. Хороший город, хорошие люди. То, что он грязный, я сказал, так многие недовольны. Говорят, ну так что, ну так у нас что, Дніпропетровск чистый? Или Кривой Рог, вот тут посмотрим, а Мариуполь какой город? Поэтому я думаю, а может мне, знаете, вот я надеюсь, что все-таки одна из причин. Знаете, что мне говорят? Звонят ребята и говорят, почему тебя сейчас вот так вот колбасят? Да потому что у тебя за спиной никого нет. Кого кто мог, все уже давно отвалились и порешали. Может, найдется человек, который протянет руку помощи, скажет, Александр Владимирович, вы уверены в КАС? Вот, знаете, я вам помогу, если вы уверены. Я так в шутку это перевожу. Но, конечно, я буду обращаться, потому что мое имя, которое я зарабатывал годами, которым людям, которые сейчас молодые ребята, которые футбол видели только в приставках PlayStation, им не понять этого. Что такое травмы, что такое операции, что такое, знаете, и бывают тяжелые часы и у футболиста, и у тренера. Бывает такое, что ты разуверился в своих силах, что тебя выкинули, потом вернули. Ты кроме футбола больше ничего не умеешь? Конечно, конечно. Вот вы сказали, что вы ДПИ заканчивали, да? Вот я вам скажу такую историю. Я поступал в ДПИ сразу после школы. Я сдал экзамены, остался один экзамен. И у нас вылет тогда Донецкий Шахтер вылетал, был тренером Анатолий Дмитриевич Коньков. И нам вылетать на двойной выезд Баку-Ереван. И он подошел, раньше же, вы знаете, ну, не так, как сейчас. Раньше вылетали далекие рейсы, вылетали и дубль, и основной состав вместе. И он подошел ко мне и говорит, Саша, надо выбирать. Или учиться, экзамены сдавать, или в футбол играть. Вот я полетел на выезд. Понимаете, ну, раньше, по крайней мере, это было четко, и мы понимали, к чему мы стремились. К чему сейчас стремится молодежь, я, честно говоря, не понимаю. Я не беру сейчас футболистов, я беру людей, которые обгладывают этот футбол наш, люди, которые обсасывают, обговаривают, очерняют. И без того непростое время для нашей страны наш футбол. Ну, я бажаю вам, щоб правда перемогла у вашій... Спасибо, хоч водки налили, тому що давно вже не пив. Да? Дякую. Ну, я після ефіру пригублю. Якщо говорити про той ваш період, завершується ваша епопея з Сумами, ви відправляєтеся в болгарську Варею. Чому у вас там не зрослося? Ну, наскільки мені відомо з преси, що змінилося керівництво клубу і, мабуть, прийняло інше рішення у напрямку розвитку клубу. Ні, опять із перших уст, щоб не було ні у нас, знаєте, як зараз от читаєш, там опять-таки от ці журналісти, які вже пишуть, неизвестный журналист, а известный инсайдер. Так вот, это не инсайдерская информация, это информация из первых уст. Смотрите, ситуация какая была с Вереей. Там очень специфический чемпионат Болгарии. Уникальный даже, по моему мнению, уникальный. Ты можешь ни одной игры не выиграть в регулярном чемпионате, занять последнее место. И там после окончания регулярного чемпионата идут стыковые матчи. Два стыка выиграть и остаться выше лиги. Когда я принял команду, тяжелая была ситуация, команды практически не было, команда была, ну, многие вот как у нас, знаете, там вот, есть хорошие контракты, были хорошие времена, контракты остались, начались суды, не выплачиваем, но президент пообещал, все будет выплачено, новые инвесторы, все будут выплачивать, ну, давайте собирать команду. Конечно, тяжело собирать команду, которая на последнем месте, давно не выигрывает. Ну, потихоньку мы что-то начало уже получаться.
Но время идет, долги накапливаются. И вот однажды президент пришел к команде и сказал: ребята, у меня очень много долгов. Я спускаю команду в третью лигу, полулюбительскую. Долги аннулируются, я сразу никому ничего не должен. Поэтому хотите — доигрывайте, не хотите — не доигрывайте. Я, сидя, сразу вспомнил свою родную страну. Где-то я такое уже слышал, что все аннулируется. И мы решили, как бы, да, ну, не продолжать сотрудничество, потому что, ну, просто не было смысла. Надежда на то, что мы останемся, была, потому что мы же видели соперников, и мы анализировали игру. У нас были шансы остаться выше лиги. Это был бы, знаете, сродни подвигу. Ну, не боги горшки обжигают. Но когда вернулся в Украину, пошли версии. И вот версия баранки. Президент Вереи был китаец, миллионер, король договорных матчей. Господи, ну надо уже остановиться. Ну невозможно все время лгать. Ну невозможно. Ну где? Где китаец, миллионер и где Верея? Единственная команда, которая так и не выдала экипировку футболистам. Ну вы можете себе представить, ну как? Ну я вот ребята спрашиваю, говорю: ребят, ну вы же можете погуглить. Там президентом был человек, достаточно богато известный в Болгарии. Он, знаете, как, ну, типичная история, у него есть сын. Он сказал: вот, сын, занимайся, на тебе клуб, я вот создал, занимайся. Это его родной город, Старозагора, занимайся. Люди уважаемые в Болгарии. Ну, вот сейчас представляете, прочитать, что, оказывается, ты не болгарин, а китаец, еще и король договорных матчей. Поэтому, знаете, это то же самое, что, как Баранко написал, суммы заработали 10 миллионов евро на договорных матчах. Ну, это, ну, знаете, парадокс. Я вот когда уже делать нечего, ты начинаешь анализировать и думать. Хорошо, я вот не делаю ставку, но я вот спрашиваю. Звоню человеку, говорю: сколько ты сейчас можешь поставить на игру команды в Украине? И мне говорят: ну там ты поставишь 2000 гривен, все, лимит сразу. То есть, ну как можно заработать 10 миллионов? Даже, как они говорят, на азиатских биржах. Поэтому, я вот смотрите, ну не было, это чистый бред. Король договорных матчей, ну можешь проследить этого короля договорных матчей, какими клубами он занимался. Можешь проследить президента клуба Верей. Зачем ты это говоришь? Зачем ты несешь ложь, формируя мнение, да? И уже журналисты спрашивают: а вот там Севидов, там тоже договорные матчи. Для чего? Я считаю, что это спланированная акция. Это чистейшая технология. Это чистейшая технология, когда фокусируются на одном и уводят, да, от суті діла, від внимання за зовсім другого. Ну і на завершення нашої розмови. Чим займаєтеся на сьогоднішній день, крім цих всіх тяганини судів, судів, це ще попереду вас очікує. Якщо не вдасться вам там відкараскатися від цього, і я в одному з інтерв'ю читав про те, що ви говорите. Ну, я не те, що говорите, це дійсно так. Я все життя у футболі, я нічого не вмію, це не один вид. Це дійсно так, якщо ви, розпочинаючи там з хлопчини, з юнака, у футболі тренер. Анатолій Борисович, ну, з вашою допомогою, що буду робити? Буду обращатися, мабуть, к Андрію Васильовичу. Ви ж його хорошо знаєте. Буду обращатися к депутатам, депутатський запрос. Якщо серйозно, то, звісно, зараз... Ну, Ахметову сейчас... можете звернутися? Ахметову? Ви знаєте... И сказать ему: Ренат Леонидович, у нас двое осталось донецких, да, вы, да я. Это, у вас, наверное, нормальные відносини? Да, нормальные, абсолютно нормальные. Я сейчас считаю, но я, если до сих пор молчат, представляете, что обо мне наговорили. Ох, а говорить, ох, у нас в нашей стране умеют, ой, умеют. Сейчас чем занимаюсь? Да ничем. Как тут вся страна коронавируса. Я, правда, давно уже для меня этот коронавирус настал. Я сижу дома и ничем не занимаюсь. То, что дети самоизоляция. Сейчас... Да, дети сейчас дома. Старшая в школу не ходит, младшая в садик не ходит. Это, и периодически меня с ума сводят. Но, тем не менее, сейчас, как это, ну, банально она звучит, да, все внимание семье. Но я, это абсолютно мне не нравится. Не потому, что я не люблю свою семью. Я люблю свою семью, но мне не нравится сидеть дома. Человек, который всю жизнь работал, ну, не мне вам говорить, что такое всю жизнь работать, а сейчас не работать. И при том, что я понимаю, что меня просто искусственно хотят выкинуть из этого футбола. Ну, вы не хотите, чтобы Севидов был в украинском футболе. Ну, скажите, Александр Владимирович, там вали ты с Украины, едь там тренировать Зимбабве это, или на Занзибаре где-то команду. Я же говорю, я всегда стараюсь хоть как-то пошутить, хоть это перевести это в шутку, потому что на самом деле, ну, не вешаться шити.
Ну, а очень тяжело, если откровенно говорить, конечно, очень тяжело. И здесь не только это финансовая составляющая, прежде всего психологически очень тяжело, когда в тебя тычут пальцем, когда в тебя, знаете, бросают камни, как в средневековье. Ну, увидели, да давайте в него побросаем. Поэтому, ну, будем как-то бороться, будем пытаться выживать, что обращаться к людям, которые смогут помочь. Я не думаю, что, хотя не то, что я не думаю, я уверен, что хоть какой-то, может быть, небольшой, может быть, не настолько яркий, но след в футболе в украинском, по крайней мере, я оставил. У меня тоже достаточно много воспитанников, ребята, которые, знаете, там... До речі, якщо... У нас, мені подобається наша сьогодні розмова, ми вже там перебрали час, ну все цікаво, цікавий співрозмовник. От, ким ви, гордість у кого за вас, з ваших вихованців, кому ви допомогли, Харатіна чи Харатін, як там наголос робити, із тих, кого ви пишаєтесь, ким? Ви знаєте, я от, ні, зараз дуже тяжело даже вам на скидку сказати, тому що, ну, я теж його називав Харатін, але він написав в інтерв'ю, що моя фамілія Харатін. Раді Бог, Харатін. Они, я завжди старався, знаєте, акцентувати на чому роботу. Это не моя заслуга. Я могу вам помочь, могу вам направить, но это ваша заслуга. Вот я очень доволен, как себя повел Саша Гладкий в Карпатах. Вот я пришел, ну, в Карпаты, он был просто выброшен. Из Днепра он был выброшен, не нужен. Я не говорю, Шахтар, хороший он, Днепро, плохой, да. Да, я говорю на то, что он выброшен был из футбола, вот как бы на берег. Ты в футболе, ну не плаваешь, а стоишь на берегу. Я вызвал и сказал, Сань, давай так. Либо ты работаешь на тренировках, убиваешься, потому что, ну, иметь такой талант не забивать такие мячи, значит, тебе надо создавать не 5, а 10 моментов за игру, чтобы ты забил 2. Поверьте, так, чтобы вот с таким остервенением, чтобы тренировался футболист, я давно не видел. Гладкий, он после Карпат перешел в Донецкий Шахтер, а после Донецкого Шахтера Киевская Динамо. То есть не потому, что он стал мировой звездой, а потому, что человек понял, что для футбола надо... ну, очень сильно пахать. Таких футболистов, ну, я не знаю, ну, я считаю, что неплохо, не до конца раскрыт, там, допустим, ну, еще, если я далеко заглядываю, там, Володя Приемов, вот не до конца раскрытый футболист. Там, мне повезло работать с Бартуловичем в Карпатах. Тоже, я считаю, недооцененный футболист, недораскрытый футболист с огромнейшим потенциалом. Но вот такого здоровья у игроков я не видел, как у Бартуловича. Но вот верите, он лошадь. Он чистая лошадь, он восстанавливается через несколько секунд и уже готов снова к тяжелейшей работе. И таких футболистов на самом деле много, но еще раз говорю, я, знаете, вот вы обо мне никогда не прочитаете восторженные отзывы, потому что я вот, ребята думают, там, вспоминают, там, а вот мне, я дебютировал при, там, ну, условно, при Иванове высшей лиги. Не, братишка, ты при мне дебютировал в высшей лиге, не при Иванове. Но они уже это забывают. Или там, вот Володя Костевич, он был списанный футболист. Он играл, переросток играл за дубль. Не потому, что он плохой, или же говорю, или я себе хочу что-то там вестов набрать. Но мы приехали, нам нужен левозащитник. Левша, который играет опорного хава. Я говорю, ну то давай ему посмотрим левозащитника. Парень очень хорош в отборе. Злой такой, знаете, клятый западенец. Молча в отбор, в подкаты. Сейчас играет в Лехе, кандидат в национальную сборную. То есть, но при этом я всегда ребятам говорю, ребят, это ваша заслуга. Это вы выходите на футбольную. Тяжелейшая работа футболисты. Тяжелейшая работа, неблагодарная. Все думают, что миллионы получают, за что они получают. Они в 30 лет уже инвалиды. Они уже до конца жизни своей будут не до конца восстановлены. У них сердечно-сосудистая система изношена. Они внутри уже старики. Так они выглядят презентабельно, да, прическа, наколки, все это. А внутри-то все это, что все работает на износ. Это профессиональный спорт. Ребята, не путайте, это не физкультура. Это не йога. У меня там жена йогой занимается, говорит, это тяжелейший труд. Не путай. Профессиональный спорт и физкультуру, не путай. Поэтому я говорю, ребят, это ваша заслуга. Играйте, мы будем вами наслаждаться. Ну що ж, Олександр Володимирович, я дякую за таку розмову, знаєте, ну, дуже приємно. Я бажаю, щоб перемогу святкувала правда по відношенню до вас. Принаймні, я вам цього бажаю, щоб ви повернулися у футбол, тому що ви повністю футбольна людина, як гравець і як тренер.
І нехай правда буде панувати Спасибо. Над усім, що було. Я дякую, що ви Спасибо. Не посоромилися, не побоялися прийти і відверто поговорити про те, що на сьогодні вас оточує. Дякую вам. Спасибо. А сьогоднішня наша програма добігла свого кінця. Мені залишається тільки подякувати вам за увагу і бути здоровими, рано чи пізно, спільними зусиллями, з дотриманням усіх вимог ми переможемо, переживемо і сьогоднішнє лихо. Тримайтеся, все буде добре. Переглянувши ж відеосюжети нинішнього випуску, а також усіх попередніх, маєте можливість на відеохостингу YouTube на каналі «Спорт» Дніпропетровської області. Підписуйтесь, щодня будете мати останні новини зі світу спорту і футболу, зокрема, як вітчизняного, так і в першу чергу регіонального. Дякую всім за увагу. З вами, як завжди, був автор ведучої програми Анатолій Шникаренко. На все добре. До побачення.